Впрочем, выбираться на природу жители региона сейчас не должны. В рамках режима самоизоляции необходимо сидеть по домам. Поэтому жители Иркутска решили порадовать себя и других горожан. Устроили концерт прямо на балконе квартиры. Так поступили трое парней. Подборкой популярных песен они доставили удовольствие всему району. Исполнители также вели прямой эфир в одной из социальных сетей, и к нему присоединились десятки иркутян. Стоит сказать, что первыми подобные концерты на балконах стали устраивать итальянцы, когда в стране ввели режим всеобщего карантина. Люди на лоджиях пели песни и танцевали. У нас же в Иркутске своих поклонников и подписчиков развлекают и солисты музыкального театра. Сейчас они на самоизоляции, как и весь регион. Вот, к примеру, одна из артисток решила дома исполнить арию из оперы «Самсон и Далила». Но дуэтом с собственным барбосом Яриком, по-моему, получилось очень мило и трогательно.